Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя-легенды. Так, ну что, мастер, три звезды, как видишь. Я все-таки успел, ребят, дойти и задержаться здесь. Ну и сами награды. Мутагеноид 50 ДНК. И вот самое главное, 75 платиновых осколков. Так, время на моих часах 16:30. Поэтому, друзья мои, что нам делать? Буст мы уже прозевали, я имею в виду ранний буст. Но мы не прозевали, кстати, на турнирной арене, как ты видишь, у Саги Едзимба разыгрывается. Это, кстати, неплохой способ, ребят, его открыть у того, тому, точнее, у кого его нет. Так что, друзья мои, на арене рвите опу всем, кому только можно. Ну что, мы тогда, наверное, пожалуй, начнем сразу с турнирки. Как говорится, вдруг, а мало ли, да? Повезет нам, и мы вдруг каким-то неизвестно нам чудом. Хотя я уже все, ребят, конечно же, я уже не верю ни в какое чудо в этой игре, что мы сможем там куда-то пробиться, прорваться, но лучше все-таки на ранней стадии начать играть. Что это у меня скорость X1 стоит? С какого вдруг перепуга-то? Ну давай, майки. Опа-на. Какого лешего Рафаэля? Вот какого лешего, спрашивается, Рафаэль выжил 56 и 18 уровень? Ну, друзья, ну это вообще уже борзость. Это уже сверхборзость, потому что, ну, он бы его в любом бы случае уложил бы на лопатки, даже никаких, как говорится, не делая манипуляций. Так, с... ну, тут Донателло, Бакстер и Макмен. А у нас два Леонардо, да, получается? Два Леонардо и Кейси. Ну-ка, если я массовой атакой бомбану. Да, более чем достаточно. Ушатали. Ну что ж, тогда погнали дальше, смотрим. Так, воин 3 звезды, 90-я позиция. Хм. Мы, интересно, сможем сейчас получить, например, 12... Да, сможем, 12-13 есть. И 4 бойца уже. 4, друзья мои, бойца у нас открыто. Соответственно, кубки сейчас пойдут намного быстрее. Но в итоге нам нужно вообще 5 получить их. Давай сразу начнем с наваливания звездюлей. Ну что ты, ну... Рафик, а ты? О, Рафаэль молодец. А этот не смог добить. Толстожопый Бибоп. Он не смог, ребята, одолеть его. Но переходим. Да, мы переходим с тобой в элиту. И позиция 93-я. Так, теперь нам нужно что? По идее, 12-14. То есть 13-14 нету. Здесь 12-14 идет. Раз, два, три, четыре. Слушай, а до сих пор 4 бойца, как ты видишь? Хм. Что-то, по-моему, долго мы как-то с тобой на двух бойцах-то зависли. На четырех, точнее. Давай массовую сделаем. Посмотрим, что у нас получится из этого. Теперь Кейси. Ой, Крис Брэдфорд остается, да? Выживает каким-то образом. Ну, все, ребята. Вот здесь мы с тобой тормознули. Мы с тобой не перешли в элиту, что очень меня сильно расстраивает. Потому что, ну, это, грубо говоря, ребята, начало буста. Почему? Почему мы так медленно двигаемся? Я вот никак этого не могу понять. Я помню первый, и до сих пор 4 бойца. Я помню наше первое застревание, оно начиналось где-то с Лиги Самураев. Но здесь уже, извини меня, на элите тормозим уже. Не, явно здесь что-то, ребята, в игре поменялось. Либо начисление кубков, либо алгоритм. Ну, что-то поменялось, потому что, ну, не могли бы мы так с тобой вот так вот медленно, еле-еле идти, продвигаться. Так что это уже, ребят, не моя вина. Это не моя, я себя, как говорится, все снимаю. Все какие-то, как сказать, неудачные моменты. Потому что здесь все, наоборот, удачно идет. И нам... как целенаправленно, как раз все дают намного меньше, чем мы заслужили. Или чем мы зарабатывали раньше. Так что с этим уже ничего поделать нельзя.
Давай добивай их всех, Рафаэль. Будем еще на них тут любоваться, как они тут стоят у нас на другой стороне и показывают нам фиги. Ну что, элита 3 звезды, 78-я позиция. Так, мы же перешли, да, на другой ранг? То есть 13-15 это у нас было. 13-16, вот что нам нужно. Нет, смотри. А вот теперь попробуй-ка, во. Попробовали, и мы выловили с тобой 13-16. Давай, раз, два, три, четыре, пять. В этом отряде мне не нравится только одно, что, ребята, ну, массовых атак очень мало здесь. Ну, Шреддер, естественно, будет первым ходить. Слушай, ну, этого достаточно получается. Более чем. Шреддер, конечно, молодец. У него вот эта вот атака, когда он вызывает Бибо и Роксиди из другого измерения, и они падают на голову, как говорится, нашим противникам, очень колоссально наносит урон. Так, мне надо 13-16. Фигли мне подсовывать опять свои 13-15, а? Жулики и супостаты. Но тут уже явно, ребята, 57 уровень, и явно, что мы не успеем дойти. Я даже не знаю, сможем ли мы Лигу самураев хотя бы 3 звезды получить. Я уже там просёгнутый молчу. Но вот не знаю, с чем там связано вот это все. Но с чем-то да связано. Ну вот, мы только с тобой добрались до самураев. Хотя сразу 47-ю позицию получили. Хм, интересно. Сразу же 47-ю позицию заработали. Я думал, где-то будет, ну там, 80-е, 70-е, а тут вон как аж прыганули мы. Так, хорошо. Ну куда ты лезешь, а? Ну куда ты лезешь? Блин, у нас массовая есть? У нас вот эта вот массовая атака же, да? Угу. И сломанная кофемашина. Так, Донни выживший, да, был? А что это у Пита там на ноге? Ты не заметил? У него какая-то там... Это где он письма, что ли, переносит? Туба это. Или что там у него было такое? Так, 14-18. Раз, два, три, четыре, пять. Уже, кстати, 60-е уровни у нас идут. А это говорит о том, что 70-ники уже на подходе. А когда они начнутся, ребята, это уже все. Можно сказать, что наша команда будет закончена. Там пару боев. И все. Вот, кстати, как вы смотрите насчет вот этой массовой атаки от Рафаэля? Мне кажется, что вроде бы она неплохая. Когда он злится и начинает вот свои осколки разбрасывать. Ну куда ты делаешь? Ну, Лео, ну успокойся. Ну зачем ты так, а? Ну какой тебе хил, ну? Полежи, отдохни маленечко. Хиляться он тут вздумал мне. Так, ну и здесь тоже мы разобрались. Так что проходим дальше. Так, в Лигу самураев мы не перебрались. 3 звезды я имею в виду. Угу. 14-18. Ну давай. А вот, ребята, и 70-ники пошли. Все, мы до них добрались. То есть, это получается, это получается, что Лига Сёгунов будет у нас скоро. Чуф. Слушай, ну нормально так вжарило. Правда, уровень здесь 44-й у противника. Так что, как бы, какие-то выводы поспешные делать по поводу Алапекса я все равно еще не собираюсь. Уровень у него маленький, ну и сам понимаешь, да? Так, ну что, самурай 3 звезды, друзья мои. Слушай, может быть, хорош уже 14-18? Уже 3 хода ты мне даешь. 14-18. Пора бы уже, наверное, 15-19 давать, или сколько там? Ты смотри, а? Вот жучары, а, ты глянь. Они просто не хотят мне ничего. Они мне только понижают.
Вот это вы супостаты, я скажу вам, а? Да, ребята, не хотят вообще никак. Вот так вот, а ты говоришь, Лига мастеров. Какая же тут Лига мастеров? Вот напишите, ребята, вот кто-нибудь из вас на бусте. Я имею в виду, вот как только начинается игра, да, на новой неделе, переходил в Лигу мастеров своими силами, не применяя откатов и тому подобное. Если он попадал, то значит проблема в моем невезении. А если же не попадал, то значит это действительно уже намудрили с игрой. Ну не верю я, ребят, ну сколько мы уже попыток делали. Я уже не знаю, там попыток, наверное, 50 так точно, наверное, мы пробовали. И мы никак не можем туда добраться. Мы можем, если только будем применять свои откаты. Но я именно говорю про честный бой, без откатов, одной заходкой. То есть вот как ты идешь, как начал, да, и конечный итог — Лига мастеров. Да, пускай там хотя бы 90-е, 100-е место, но ты дошел своими силами. Только такой результат, я считаю, ну, засчитанным. Так, 15-20, да? Или сколько там, 16-20 должно быть, по идее. Но, судя по всему, кукиш тебе, Рей, с маслом. Кукиш. Не будет тебе никаких 15-20. Держи карман шире. Кстати, сегодня, наверное, Донателло на 92 уровень. Хотя вряд ли. Кстати, заметь, что мы когда с тобой начинаем проходку вот эту, да, с самого начала, нам очень-очень мало дают мутагена. Вообще мизер. За первые вот эти вот поединки, которые мы с тобой идем, да, и вплоть до Лиги самураев, можно сказать, что никакого притока по мутагену нету. Просто нету, ребят. 15-20. Он начинается уже где-то с Лиги сёгунов. Более-менее достойный приток идти. И тогда, да, там можно заработать нормально. А вот от начала и до Лиги сёгунов, что идет, это, честно говоря, вообще не засчитывается, потому что там сущие копейки падают нам. Так, ну оба упали, и Кунаичи, конечно же, добьет их. Это бесспорно. Офигеть, как Мэйки крутит быстро свои нунчаки, что аж прям взлетает. Ну, конечно. Конечно, я думал, хотя бы в Лигу сёгунов. Угу. Не тут-то было. Опять. Смотри, опять понизили мне. 15-19, ну... С чем связана такая несправедливость? М? Что мы не так сделали? Мы ни разу не проиграли, да? Мы всегда старались вытягивать как можно больше кубков. Нам этого не дают. Как будто, вот я тебе говорю еще раз, целенаправленно все это сделано. Ладно, фиг с ними, разберем тогда их. И пойдем дальше. Вот, ребята, и Лига сёгунов, 2 звездочки, 69-я позиция. И так, 16-21. Раз, два. Три, четыре, пять. Ну, еще трое остается неотыгранных. Ну что, ребята, придется отыграть их. Тут уже, как говорится, пофиг на титулы и регалии, надо будет их отыграть. Я имею в виду полным составом. А полным составом нам придется с тобой тогда делать еще и откаты. Ну да. Это мы только с тобой в Лигу сёгунов 3 звезды. Это максимум, что мне светит сегодня. Ладно. Раз, два, три. Все, это последний у нас поединок здесь на арене. Поехали. Так, теперь валунчик. Ну и все.
Дальше дело за малым. Делать ежедневки. Ну да, я так и думал, что Лига самураев. Ой, Лига сёгунов 3 звезды. Нам, по идее, знаешь, сколько нужно было еще боев сделать? Три боя, ребята. Три поединка нам нужно провести было, чтобы мы хотя бы забрались в Лигу мастеров. Ну, я не знаю, как это возможно сделать. Элементарно просто не хватает. Именно не хватает персонажей. Это сколько? Это еще 15 персонажей нужно. Ну да. Все звучит легко и просто, а на самом деле все не так. Ну что ты делаешь? Ну что ты делаешь, а? Так, ну что, ребят, вторая волна. Здесь у нас, ну, надо массовые атаки, конечно же. Фиг ли на них любоваться здесь. Этого было достаточно, чтобы они все упали. Ну, серию испытаний мы с тобой прошли. Так, дальше у нас. Слушай, мутагена хватает, ребята. 40, почти 49 тысяч нам хватит для того, чтобы Донателло прокачать на 92 уровень. Где он у нас? Донателло, где? Вот он. Так, на 93, к сожалению, не хватит, да? Ладно. И теперь берем Аллапекс. Так, друзья мои, нам нужно искать 18 отслеживающих устройств. 18 штук. А, одно есть. Так, второе нашли. Третье. Так, третье. Четвертое. Пятое. Пятое. Ну. Так, шестое. Да, ну, слишком дофига, ребят. Сегодня не сможем найти. Так, это, по-моему, седьмое, если не ошибаюсь, да? Было найдено. Седьмое. Восьмое. Девятое. Давай хотя бы 10. Так, десятое, да? Десятое. И последнее. Ладно, бог с ним. 10. Итого нам еще, ребята, еще 8. Еще 8 надо найти. Так, погоди-ка. Донателло, ты где? Тебе можно еще вкачать? Нет, не хватает. К сожалению. К сожалению, не хватает буквально немножечко, да? 2000 мутагена не хватает, чтобы ему вкачать еще один уровень. Ну что, друзья мои, у нас 120 уже, по крайней мере, платиновых осколков. Вот теперь считай, чтобы нам заработать 400, нужно сколько недель? Если каждую неделю мы получаем по 75. Господи, еще больше месяца надо. Месяц, грубо говоря. Ну да, придется, ребят, потерпеть. Ну что, а на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.